Всем привет, меня зовут Сергей, и ребята, в Красауте опять случился патч. Патч 8.25, не успел я еще 8.20 до конца произучать, посмотреть, а уже вот следующий вышел. Постараюсь хотя бы его успеть оформить до того, как выйдет 8.30, 40 и так далее. И сегодня мы с вами посмотрим сразу два обновленных оружия. Курсовая ракета ОСА и ПТУР. Судя по патчноуту, управляемая ракета ПТУР Кларнет С теперь имеет радиус взрыва ракеты увеличен на 25%, скорость полета ракеты в первой фазе на 33%, во второй на 38%, скорость поворота ракеты увеличена на 10% и время полета ракеты снижено на 33%. Ну и курсовая ракета ОСА, скорость полета ракеты увеличена на 10%. Комментарий. Из-за баллистической траектории и невысокой скорости полета ракеты игрокам было сложно использовать ОСУ на средних дистанциях. Увеличение скорости полета сделает траекторию менее пологой, что должно облегчить прицельную стрельбу для игроков. Ну не знаю, сколько ее помню, ОСА всегда была довольно-таки кривая. Если ее еще повысить точность, это вообще будет страшное оружие. Урон-то она наносит много. Да, у нее мало хп у самого этого самого, у самой установки. РК, курсовая ракета, сколько она у нас там? 48 хп всего имеет. У меня на сегодня подготовлено 3 разных крафта, которые я просто взял с выставки. Спасибо авторам за эти крафты. На этих 3 крафтах установлены только осы, но мы сюда будем еще и периодически ставить ПТУР и смотреть, как этот ПТУР работает на разных очках мощи. Начнем с малого. ВАЗ-2107 на 3694 очков. Довольно шустрая точила, но сзади 2 неповоротных колеса. Это, конечно, сказывается на радиусе разворота. Так, вот и они, и раз, улетел. Ну, 10%, да ладно, опять промазал. Ну, 10%, конечно, не то чтобы прям такая огромная большая цифра, которая вот прямо существенно сразу изменит геймплей. Так, этому все отбили, хорошо, это тоже готов. Где-то там летает Хавирас, надо его догнать. Дроны. Хавирас там с АГСом. АГСы понерфили, кстати, Кавказы. Здравствуйте. 284, 57. Но урон не поменяли, поэтому обращать внимание прямо так на урон смысла особо... Ни хрена себе. Аутист-акробат. Обращать внимание на урон смысла особо действительно нет. Так, это тебе, дружище. 117, 150. Справа нас обходят. Справа враг ушел. Ну, следующий. Выезжай. Давай. Молодец, хорошо. Так. Да, говорят, плейхард на шахе. Именно так. И это тебе, друган. Одно осо меня уже сбил. Ай-я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 й. Иди сюда, ты. Эй, да ты что меня боишься-то? Вернись. Да ёптер. Взял, улетел. Ага, попал ему. Эх, здорово. Так. Вот все. Отбили мне оружие. А мы все равно базу захватили. Ну и остался один недобиток. Победа! Ничего не понял, давайте возьмем сразу крафт, где 3 осы. Хотя нет, давайте мы просто уберем отсюда осы, поставим один ПТУР и посмотрим, сколько урона он будет выбивать из крафтов примерно в этой весовой категории. Замечательно, теперь почему-то эта машина мне напоминает, знаете кого? Дачника. Мужик едет на дачу, нагруженный всякой непонятной хренью. Ну что ж, у меня есть ПТУР, радар-детектор, фиолетовый инвиз и не менее фиолетовый двигатель. И меня через эту просто темноту всосало на карту к ребятам по 3800, 3900, 4.1, 4.0. Нормально! У меня из вооружения, как я уже говорил, всего лишь один ПТУР. Сейчас посмотрим. Враги где-то рядом. Так. 340 и 54, да, там было? По-моему, что-то вроде того. Опа. Что здесь какая-то вообще нездоровая хрень происходит. Так, это тебе, дружище. На 407 ему влепило, оставил просто голую машину. Давай еще разок. Этого уже убили. Погоди. Да, ну... Ладно, своему хотя бы врежу. Убьется рай... Оу! Вот это мне сейчас повезло. Вот это мне сейчас очень сильно повезло. Судя по мини-карте, сзади враги, да и сзади враги, и спереди враги. Погоди! Он уже уехал. Так, ладно, доведем ракету до сюда. 2 секунды, 1 секунда, и на тебя! Я ему левый борт вроде как отшиб. Так, сюда ракета пошла. Давай. Ну, нет! Горит! Почему ракета... Не научили эту ракету перепрыгивать через союзников? Ну, это же было бы так круто. Так, и это, друган, тебе... 203 и 23. Вообще как-то ни о чем. Автопушечник там меня наяривает. Да не надо в меня стрелять. Ну ты чё?
202... Ай! 223,20. Там у нашей гуру отобрали, а почему? Отойди, он же взрывается, ты что? Вот, видишь, я тебя спас. Так, туда я явно не достану. Там злой пушкарь сидит. Да зараза! Ну и ладно. У меня все еще есть два колеса и 59 хп, этого мне более чем хватит для победы. Ну, прям так, чтобы до хрена урона из моих противников сейчас не вылетало. Давайте пересядем на следующий крафт и посмотрим, как этот птур и как улучшенные осы проявят себя на других очках мощи. 5192 очка мощи, следующая наша с вами планка. Сначала опять же поедем с осами, потом сюда же поставим птур. Так, поехали! Первый залп пришелся куда надо, а второй залп хрен его знает куда. Не спрашивайте, почему у меня слева три колеса, а справа два, я все равно не скажу. Так, 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 320, 420, 145, ну блин, типичные осы, когда попадает весь ворох ракет в одну цель, эта цель ловит просто капец как много урона. Турелька там, да? А, хрен-то там, это не турелька. Так, ты без пулемета, вот зачем, зачем было меня так отталкивать? Ладно, хорошо. 560, 319, он просто развалился. Но мы проиграли. Мы проиграли, упорного дали. Хотя бы на урон посмотреть успели, и на том спасибо. Давайте на эти же 1331 за 4-5 нажатий кнопки. Прикольно. А давайте-ка я сейчас сниму отсюда, наверное, одну осу. И мы поставим и сюда птур. Невзирая на то, что у меня здесь установлены осы, я все равно буду стараться оперировать именно птуром и ничем больше. Во всяком случае, пока мне его не отобьют. 3, 2, 1. Есть! Попал. 296, всего лишь 296. Так, еще разок. Там чел вообще спит, походу. Чел, ну нельзя спать на респе. Ты подставляешь команду и ловишь прилетающие мимо птура. Так, по дронам я нифига не попал. Тыц, тыц, тыц! Хорошо, отрезал ему еще одно колесо. ...210, 99. Вроде и попадаю, но как... Эх! Я все равно попал. Да не, ну серьезно, давайте. Я осами уже давно бы его раздамажил. Хрен его знает, куда я сейчас запустил птур, не спрашивайте. Это... А, он меня еще уничтожил. Хорошо, я не заметил свою собственную смерть. Ну, значит, так было надо. За эту победу мне дали целых 282 очка. Последний крафт на сегодня, почти 7000 очков мощи. Оригинал я чуть-чуть изменил, запихал сюда опять же фиолетовое двигло, которое на 20% ускоряет перезарядку этих ракет. Давайте посмотрим, что осы теперь вытворяют на этих очках мощи. Там с АГСами парень катается. Давай, выезжай на гору, я тебе привет отправлю. Посмотрим, какова будет точность прямо вот на такой дистанции. Еще один там ползает. 84, 84, и все на этом. Турельщик. Турельщик прямо у нас под базой. Посмотрим, как он сольет, говорят. Ну да, давайте. 340, 270, хорошо. 21, 708, 152. Ну все, ты не желез. Да, он абсолютно не жилец. Один уже готов. Быстро, быстро перезаряжаются ракеты. Меня это, конечно, радует. Кто-то там валяется. Ты чё? Блин, еще и дроны, да. Дроны и турели, дроны и турели, дроны и турели, турели и дроны. Просто капец. Давай, иди воюй. А лучше просто беги оттуда. Потому что там дроны и турели. Это вам. Промазал. 8163. Нафиг, я не х... Ага, сюда летит. Ай-яй-яй-яй, ховер ему сбили. Ай. Ладно, я вперед все равно не полезу. Поехали, поехали, поехали отсюда. Так, хорошая позиция для атаки. И целых 23 хп с полного залпа осами. А, да стой, машина, ты куда поехала-то? Ты это жесть. Спасибо. Только ты меня не перевернул, а так все в порядке. 1181 очко. 7259 очков мощи получилось у меня в итоге и 16 ракет. Ну, ладно, пускай будут эти 16 ракет, все равно еще-то больше 10 особо не успею расстрелять. Вон сейчас 578 въехало. Возможно, по жирным крафтам сейчас будет урона так-то побольше влетать. Ну, поехали посмотрим, что гадать. Спрячусь. 8000. 8000 очков мощи, даже такие жирненькие цели есть у врага. Кто-то, по-моему, сидит прямо здесь. Ага, вот ты где. 689, и сколько-то там еще было? А ну-ка, повторим.
Так, ховеркрафт, ховеркрафт! Чё-то я слишком вправо взял, надо было брать левее. У меня был шанс, по-моему, по нему сейчас попасть. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ну давай, иди сюда. Так, и просто первый же залп ОС лишил его двух миниганов, а этот залп ни хрена его не лишил, так что 87. Ага, вот теперь у него ничего не осталось. Включая колес по правому борту. Ну все, парень, ты не желез. Тьфу ты, фрагорезы. Я так с ним по-честному тут сражался целый день. Ладно, полетели за следующим. Где же? Слева был один, я его пропустил. Так, еще разок. .379-101. Еще раз. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Чуть своему не влепил. А дрона убили прямо перед носом. О, здорово, стой! А, зараза, улетел. Отпусти меня. Все хорошо. О, привет. Спасибо. Вот за это спасибо. Так. Ой, ни хрена себе, их там так-то немало. Стой, машина. Ага. Я не знаю, куда я сейчас птуру выпустил, не спрашивайте. Хватит меня убивать, не надо меня убивать. Пока я наблюдал за этим птуром, мне разнесли просто абсолютно все оружие. Ладно, я поехал. О, там еще враг. Ладно, я тогда сюда поехал. Какие проблемы? А вот я ему нужен-то, а? Да не догонишь ты меня, успокойся. У меня охрененно большой движок стоит, больше твоей машины. 1269 очков за эту победу. Хорошо, ладно. Давайте, я думаю, сделаем проще, чем гоняться вот так за целями какими-то в ПВП непонятными. Ежедневок. Пользуясь случаем, раз уж я их открыл, спрашивают очень часто, почему у меня и тут три ежедневки. Потому что я не качаю пресс-аккаунт, я не играю на нем, а они здесь просто-напросто копятся. Возвращаемся к теме птура. Давайте мы сейчас просто спокойно попробуем побить этим птуром, так сказать, в скоплении деталей. Я сейчас просто сделаю боевой манекен. Многие, кстати, почему-то не верят, что фиолетовое двигло перезаряжает птуры. Если вы тоже из тех, кто этому не верит, то, пожалуйста, вот специально для вас. Сейчас движок установлен. Когда движок установлен и когда движок не установлен, два варианта перезарядки. Думаю, разница очевидна. Итак, дверь контейнера 4 штуки, ну и решетка багги 2. Решетка багги 2 сверху лежит. 619.49. В мир настоящую спокойную цель выбило 3 двери контейнера. Допустим, прямое попадание в 2 отвала. 645.95. И начали. 340. То есть отвал паровоза сразу... сожрал практически весь входящий урон. И 401, со второго раза он все же сдох. Так, ну-ка дайте-ка еще раз, прямо отсюда сейчас выпущу. Так. 335. 210, когда рядом с отвалом нету практически никаких других деталей. Ну и 209, отвал отпал. Тот же отвал установлен на раму. И... те же самые 210, да, и следующий выстрел на 5 отвалится. Ну и последний раз, просто для наглядности. Там теперь отвал установлен на раму, но лежит 4 стенки контейнера. Ну и впереди еще, сами видите, куча всяких нагромождений. 210, опять же, просто 210. Последнее, что я хотел бы посмотреть, это чисто урон птура в кабину. Летим. Так. 210, те же самые 210. Как видите, он туда же ни в раму не мог попасть никуда, только в кабину. Стоит сейчас возвращаться к птуру или нет, решать, естественно, исключительно вам. Ну а у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.